Мотор! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта и старинных мотоциклов. Возвращались с ярмарки и в нашем городке сели чудненько, вот так раз, наткнулись на выставку старинных мотоциклов французских. Вот эта марка, вот клуб называется Тирот. И, пожалуйста, как выглядит выставочка. И, как сказал Серега только что, ну, во-первых, вот здесь этот зал, где, кстати, у Макса было выпуск школы, начальной школы, и его как раз отдали на растерзание, там, ну, большой огромный зал, вот этому клубу. И Серега сказал, что собираются все, чтобы, наверное, поменяться запчастями. Бесконечная линия этих мотоциклов. Я, конечно, в старинных мотоциклах как свинья в ананасах, но вдруг кому-то, так сказать, это придется в тему. Что-то восстановленного до идеального состояния, что-то чуть в менее идеальном состоянии. Выглядит оно, конечно, очень красиво. Очень популярна вот эта канистрочка с маслом. Ну, кстати, продается, можно купить. Вот это мне надо прям. Такой вот лампой, вот все это карбидная лампа, я так понимаю, закидывается в карбид, и она горит. Причем очень какая-то старинная штука, наверное, один из первых этих тиротов. Пожалуйста. Ох, красиво. И, конечно, вот этот момент с историей, то есть представляете, целый клуб любителей вот таких мотоциклов, и они здесь посохранялись, их не разбомбили, не поломали на кусочки. И там BMW стоял, кстати, очень прикольный. А, 2028 год. Оп. Все чистенькое. Это какой? Это какой-то телефон или что? Или номер? Видимо, бак как раз маслом, бак основной. Вот этот очень красивый. А он даже с коляской, посмотрите. О. Блестит. Просто изумительно. Колясочка с рессорочкой, какой красивый. О, у меня, у папы тоже был мотоцикл с коляской Днепр. Это была такая радость везде на нем кататься. Мы ездили на озера к друзьям, родственникам в Лентворис. И я как раз обожал эту поездку, потому что, ну, мама, папа, конечно, шашлыки и так далее, а для меня было купание в озере, еще весело. Угу, уже бесконечное какое-то их количество. Один, второй, третий, четвертый. О. Не знаю, мотоциклы стоят, на них можно смотреть. Вот, не знаю, можно Макса посадить. Некоторые очень красиво отреставрированы, некоторые чуть хуже. Но впечатляет любовь людей к приведению старинных объектов в нормальное состояние. Вот недавно мы были в музее в Германии планеризма. Так там порядка, наверное, 100 экземпляров стоит на выставке. Собственно, в музее, причем все экземпляры летные, планера. И столько же стоит в запасниках. Вот это вообще интересное такое. Какое-то, ну, прям не сильно крашеное, по-моему, полный аутентик, видите. Достали из какого-то гаража, капельку подзбодрили, и вот оно со счастливым шлемом владельца. Интересно, можно в дудку подудеть? Давайте я сделаю категорически то, что делать нельзя. Ой, работает. Ой, вот это да. Вот это красота. Я в восторге, друзья. В полном, неизгладимом восторге. Кожаная куртка, старый мотоцикл. Вау. И неизменная канистрочка с маслом. Я так понимаю, что масло эти мотоциклы расходовали. О, а это часики такие. Прям
табличка какая-то. Очень красиво. Очень. Это даже не знаешь, что это. Как это. Смотрите, какой моторчик. Я так понимаю, что это там какой-то тоже распредвал. Четырехтактный моторчик, я так понимаю. Друзья, кто в мотоциклах разбирается, вот это я прям вот в этот влюбился. Вы посмотрите, какой хорошенький. Просто чума. Вау. Вау. А здесь шестеренка еще есть. Что-то она делает. Что-то что ли считает, то ли что. Вот что это может быть? А, лампа, точно. Магнита. Вау. Манифик. Ну и все ходят, языками цокают. О, а здесь, видите, багет специальный. Багет. Закреплен багет для завтрака. Ой. Да. И вот так вот доброе утро у кого-то начинается. Вот все съесть. Сегодня суббота. Мы были на ярмарке, хотели петуха купить. Не получилось. Всех петухов раскупили, пока мы собирались на эту ярмарку. Останутся наши куры без петуха. А Серега, проезжая мимо, увидел, кричит: давай скорее одним глазком зайдем, посмотрим. Ну вот, вы, в принципе, почти всю эту экспозицию одним глазком тоже, как и я, посмотрели. Потому что, в принципе, мне на полеты уже пора. Погода-то бомба. Вот, собственно, не такая большая экспозиция. Но много народу съехалось. И удивительно, в нашем городочке, ну, наш городочек там, вот там 240 жителей, а это у нас типа, сколько, 11 километров от дома, побольше городок, здесь Макса школа как раз. И вот, пожалуйста, удивили меня сегодня ржавенькими немножко мотоцикликами, но неизменно хорошенькими. У меня мой друг Бенос, любитель тоже старинных мотоциклов. Вот он старых несколько ежей 40 каких-то там годов, 6-х, 7-х, 50-х понавосстанавливал. Видите, какой любовью все сделано. Это же ведь просто вот чувствуется, человек и красил, собирал это все, кожаные сумочки вот эти вот. Все вот это вот так с душой сделано. Я преклоняюсь перед этими всеми людьми. Да, кстати, говорил я про выставку планерную. Так вот, это же можно походить, подсокать, потрогать, понюхать, прикоснуться, по сути, лапами чистыми только, мытыми, к истории. И впечатляет. Мне очень нравятся все музеи. Я как-то попал в музей в Мюнхене, и меня оттуда выцарапывали. Мы туда попали часов в 10, наверное, утра. И при закрытии музея меня оттуда насильно вытягивали. Это еще была закрыта экспозиция авиационная. Ну, это что-то уже, видимо, кто-то приехал на современных каких-то мотоциклах. Вот еще парочка военных экспонатов. О. Тоже какой интересненький. Чтобы посовременнее немножко. Ой. Так, ну вот на этой оптимистичной ноте и какие есть окрасочки. Я же никогда не мог подумать, что бывают розовые мотоциклы. Вот, пожалуйста. Это такие красненькие, обычные. Чем-то на яву похожи. Ой. Ну что ж, друзья, вот так чудненько проводят выходные здесь. Вот, кстати, BMW, который тоже как-то это вот... Ой, не BMW, а BMW, да. Я все время говорю: Серега, как здесь сидят? Он говорит: так сюда вон лапы кладут. О! Эх! Красота! Мне кажется, отличный способ провести выходной, субботу, вот так съездить на какое-нибудь такое сборище со своим мотоциклом, пообщаться с единомышленниками. Ой, и радостно, что, вот, пожалуйста, мэрия наша, ну, не наша, в данном случае, города Сер, разрешила, выдала здание. Все для людей. До новых встреч, уважаемые любители летных видов спорта, до новых позитивных. Мы пошли летать.